Всем привет, с вами Светлана. Сегодня я хочу показать сингониумы из двух моих видео. Одно видео, это было 3 месяца назад, я купила у бабушки этот сингониум, хотя он был самый простой, но бабушка очень просила, ей не было за что купить хлеба. Я ездила в город и заходила там, где продают у нас цветочки, бабушки и все цветочники в парке. Я его пересадила в стаканчик. Можно посмотреть это видео на моем канале, как растение это выглядело 3 месяца назад. И показываю вам сегодня. Вот так вот оно в стаканчике посажено, стоит оно у меня на вот это его верх, когда я его покупала. Вот такие вот листики у него были. И вот эти два. Стоит оно у меня на стеллаже. И вот посмотрите, оно спускается вот такой вот лианой. И какие листики выпустила на сегодня это благодарное растение. Вот такой вот сингониум. Вот. Это рассингониумы, вот обычные сорта, которые растут у нас раньше в школах, росли в садиках, вот у этих бабушек. Вот. Наверное, он такой не сортовой, но вот какой красивый лист он у меня последний выпустил, крупный и такой чисто белый. А вот листик, вот тот, который был на нем. Смотрите, какая разница. Вот как ему здесь хорошо, как ему нравится. Здесь он в стаканчике выпускает уже новые корешки. И весной ему будет требоваться перевалочка. Весной я обязательно сделаю эту перевалку. А это вот пенечки, стебельки от другого сингониума из другого видео. Это было месяц назад. Видео называется «Я сегодня снова поработала спасателем». Все уже помыто. Давайте посмотрим, конечно же, сингониум. Он уже долго пролежал и листики подсушил. Вот здесь вот черенки. Так, вот это я даю, конечно. Ой, вот это голова. Да уж. Ты что, с ума сошла? Это все-таки у меня же не сингониум. Это какие-то очень плотные стебли. Я помню, что я их поставила потом из водички в перлит. Вот 7-11. И теперь не могу понять, кто это. Но это не сингониум. Да, вот это хотела показать. Значит, где-то эти черенки у меня в другом месте. А может, они пропали. Сейчас пойду посмотрю. Вот это да, девчонки и мальчишки. Не подписала я, кстати, что это у меня такое. 7-11. Кто это, что это, сама не могу узнать. Какой-то позор. Перерыла все свои теплички. И решила все-таки взять тогда показать вам спатифилум, который я спасала именно тогда. Именно из этого видео. Потому что, думаю, тоже будет это интересно. Вот такие два горшочка я всадила. В один побольше. Вот спатифилум. И повыбирала кустики. И в один вот поменьше. Что хочу сказать. Сейчас как раз с вами можно будет посмотреть. Вот эти растения хорошо так, может где-то что-то проверить, обрезать. Ну вот, например, вот здесь вот смотрю, такой сухонькая веточка. Так, вот этот вот подсыхает. У спатифилума очень часто вот такая вот проблема. Это подсыхание листиков, засыхание. Ну, я не знаю. У меня вроде влажность большая дома. Так, ну, хорошенькие, зелененькие стоят. Все-таки месяц-то уже прошел у нас. Прошел. Так, этот можно тоже отрезать. Заодно я эти свои дебри тут и почищу. Все, хорошенький такой горшочек. Растут вот новые листики, видно,
И вот этот вот тоже меленький. Здесь подсыхают листики. Сейчас мы это все срежем. Значит, оно ему не нужно. И вот так вот выглядят растения на сегодня. Ну что, полезного видео не получилось на сегодня, не показала. Очень хотелось поделиться, но зато показала растения, которые вот у меня растут, которые, наверное, интересуют моих подписчиков, кто смотрит меня давно. И вот так вот буду прощаться. Всем пока и до новых встреч на моем канале.